Так, друзья, в этом видео покажу, как зарегистрироваться и оплатить площадки в проекте NEX компании Aragos. И для этого нам нужно сначала ввести наш e-mail адрес. Далее нам нужно ввести адрес нашего кошелька Tron, TronLink. Вот он, адрес копируем. У вас уже на кошельке должны быть заранее деньги лежать. Вставляем сюда адрес нашего кошелька, придумываем пароль. Повторяем пароль и нажимаем регистрация. Все, далее нам нужно нажать на кнопочку Continue для того, чтобы оплатить первый тариф. Нажимаем Buy. У нас появляется авторизация с кошельком. Нажимаем Accept. Переходим назад. И, в принципе, все, первый уровень мы оплатили. Соответственно, то же самое мы делаем со вторым уровнем. Также у нас открывается кошелек TronLink. Нажимаем Accept. Возвращаемся обратно в кабинет. Дожидаемся, пока пройдет полоска. Открывается второй уровень. То же самое делаем. Оплачиваем третий уровень. Также нажимаем Accept. Возвращаемся обратно. Четвертый уровень. Accept. Дожидаемся, пока пройдет зеленая полосочка. Все, четвертый уровень куплен. Покупаем пятый уровень. То есть, я захожу сразу на несколько уровней, чтобы вам показать, как я это делаю. Нажимаем Accept. Видите, все прошло. Транзакция прошла. И покупаем еще один уровень. То есть, в принципе, здесь все доходчиво и понятно. Все, уровни у меня куплены, то есть делайте все по аналогии, то есть можете заходить на 6, на 7 уровней, хоть на 8, да, то есть дело ваше. Соответственно, далее уже появятся уроки непосредственно по работе с кабинетом, в общем, с воронками продаж и так далее. На этом все, с вами на связи был Евгений Ванин, это была инструкция по оплате кабинета. Далее вы уже в следующих видео познакомитесь непосредственно с кабинетом, с тем, как рекламировать данный проект. Всем счастливо, пока-пока.